Преподаватель математики 15-й Магаданской школы вошла в золотой список учителей России. Ранее Татьяна Евсютина принимала участие в конкурсе «Педагог года». Именно после этого состязания учитель решила, нужно попробовать себя и в других первенствах. Татьяна Хамидовна рассказывает, что хотела преподавать еще с детского сада. Окончила Магаданский государственный педагогический институт. Работает в сфере образования более 30 лет. По словам Татьяны Евсютиной, одна из главных задач профессии учителя – найти общий язык с детьми. Ну, вопрос межпоколенческих коммуникаций, он сейчас глубоко прорабатывается. И, как говорится, не только когда мы в личном контакте с детьми, но и на более высоких уровнях. Специфика работы с детьми и зумерами, а тем более, что я поколение X, там, далеко от них уходящие, вот, она присутствует. Ну, у меня есть свои плюсы, потому что, если говорить о детях моего нынешнего класса, мы с ними все... Один год обезьян, мы лучше друг друга понимаем. Татьяну Евсютину с приятным событием поздравили не только коллеги и ученики, но и сотрудники Сбербанка. Преподавателю подарили сертификат в библиотеку Сбера. Более 100 книг по бизнес-литературе можно будет прочесть онлайн или скачать на электронный носитель.